Уважаемые студенты Центра молодежной дипломатии «Легатус», от всей души поздравляю вас с первой годовщиной основания молодежного центра. Мы поистине горды тем, что в Донецкой Народной Республике существует такая уникальная образовательная площадка. Ее название уже звучит далеко за рубежом Донецкой Народной Республики. Вы уже показали, на что вы способны. Уже знают в мире, насколько эрудированы, образованы, насколько знают иностранные языки студенты этого Центра молодежной дипломатии. И мы гордимся вами. Мы рады, что вы своими руками закладываете основы дипломатических традиций Донецкой Народной Республики. Ведь для республики молодежь – это двигатель прогресса. Это двигатель всех основополагающих принципов, основ развития и процветания нашей молодой республики. Мы желаем вам от всего сердца дальнейших успехов, развития, энтузиазма, вдохновения в вашем нелегком, но таком прогрессивном деле. Благодарю вас. С праздником!